сейчас приезжаем в красивые места. Большие горы. Вокруг нас один лес. Очень много зелени. Прям насыщенная такая зелень. Как будто все это дело кто-то нарисовал и добавил цвета еще. Как в видеоредакторе можно добавить. Закалорить, короче. И вот это едем уже так минут 20-30. Все это дело продолжается. Красивые холмы, все полностью как шапкой покрыты деревьями, разными деревьями, кстати. Вот смотрите, видите, вот. И цвета тоже переливаются. Вон, смотри, слева это. Шапка, ага. Прям такой, как будто прям гора. Нарисованный холм. Да. Да. Еще там деревья на них. Плотно так. Вот смотри спереди. Вообще как в каких-то джунглях. Вот, видишь? Наверное, это дерево ива, если я не ошибаюсь. Но все так красиво свисает, вообще, блин, шикарно. Вон еще гора. Прикольно вообще. Советую сюда приехать. Тоже увидим в реальной жизни. Пока лето, нужно ездить. Отдыхать. На природу, да, по возможности. Вот это да, прям вот гора рядом. Офигеть. Сейчас где-нибудь, может, остановимся, если будет остановка. Ага, смотрите, вот камни целая куча. Офигеть. Классный он. Ладно, так что смотрим дальше. Мы приезжаем в большой... Каньон. Каньон, да. Сейчас такое чувство было, когда мы поднимались вверх, как будто дорога никуда идет. Да, сейчас заканчивается дорога, и мы просто взлетаем. Здесь красивые такие домики справа. Люди живут, кстати. Прикинь, кто-то живет в таком красивом месте. Ну, так, такие отдаленные места, все окружено зеленью. Вот люди живут здесь. Красота. О, я слева покажу, прям как будто посидеть сейчас можно наверху. Трава. Офигеть. Вон корни видно, деревьев. Вот люди в городе сидят, да? И направо разговаривают с людьми. И говорят, вот мы за лето даже не успели никуда съездить. Всего пару часов вот от Уфы, например, да? Приехал. От Уфы 320 километров. Несколько часиков вы в таком шикарном месте. Куда-то завернуть и вот просто весь день побыть в природе, насладиться вот этой природой, вполне возможно, и денег не надо. Просто даже можете прокатиться, не обязательно ехать и там что-то оставаться. Просто прокатиться один день туда-обратно. Сделать и уже такое расслабление, да? Да, просто мысли уже все отдыхают. Ты прям насыщаешься вот этой природой, зеленью, солнышком. Ну вот, смотрите, просто как будто нарисовал кто-то это все дело. Вообще очень красиво, да, как будто в сказке. Такая плотность деревьев, да? Mm-hmm. Я вот нигде такого не видел. Просто, например, один-два столбика там и все. Коровы. Коровы даже. Гуляют. Мы прям в Австрии. Тормози, сейчас врежемся. Все, они нам дорогу перекрыли. Прям на нас. Чем мы наши морды? Офигеть, смотри, я сейчас не справился. Ты так сбоку держи, камеру. А можно открыть? Не надо, сейчас еще плюну тебе. Вот так держи камеру. Челёна, ну куда ты? Я мечтала, Челёна. Это прям реально сказка. И животные, и леса. Вы, кстати, заметили еще то, что в городе как-то все серо, пасмурно. И вот буквально несколько часов ты от города уезжаешь куда-то, и погода совершенно другая, так что не думайте, что если в городе у вас серый пасмурно, не все нужно, плохо, да, не нужно никуда выезжать. Попробуйте выехать куда-то вообще из серого мрачного города. Настроение будет классное. Это или джунгли, джунгли, или Зверополис. Да? Зверополис, да, похоже, да, на джунгли. Вот смотри, вот реально, чем не джунгли. Там посмотри, какие-то деревья странные.
Офигеть. Автобусы здесь. Еще тут дорога такая, как змейка идет. Ага. Еще и животные по дороге. Но а, точно, заработали. Откуда взялись? Ни пастуха, никого. Сами по себе что-то идут. Тоже, походу. О, река какая, смотрите. И река. Я это снимаю. А, есть же, где поезд в Зверополис. Что, выходим? Да, сейчас. Сейчас. С той стороны. Я барику поставила и не надо. А? Барик. Шум классный. Сейчас. Реку покажешь. Сбоку грузит. А, чуметь! Вот это да! Смотрите, как прикольно! Мне уже купаться давай охота! Чё, как тебе, Эдвин? Нормально! Пап, а можно давай там. Спущусь? Не, отсюда, Эдвин! Поаккуратнее спускайся. Я тоже хочу. Аккуратно, аккуратно спускайся. Давай. Блин, классно так, да? Давай, дальше. Опа. Эдвин, не лази там. Нам ехать надо, мне некогда тебя доставать. Там, да не надо, подскользнется и все, долбанется об это. Ты чё? Аккуратно. Не в этот раз, Эдвин. Назад поедем, можешь падать там, стукаться. Уже отдохнем. Сейчас давай проблем не будем создавать. Можешь он ручкой помыться. Красотища! Ну все, поехали. Да, поехали. А то нам еще ехать и ехать надо. Все, я пока наверх пошел. Пока обзорчик тачки. Эдвин там фотосет устроил. Ну что, Милан, как тебе? Класс. Классное местечко, я да? Классный. Вон, одуванчики. Одуванчики-чики. Мы сейчас встретили лошадей. Лен, открой, открой до конца. Еще до конца. Боюсь, что они залезут. До конца. Они не залезут в окно? Много. Они разных цветов. Привет! А кто их держит? Может, а там спят? Они спят. Они спят? А кто их держит-то? Никто, что ли? Может, они просто тут они живут? Ну, табуна, они пасутся просто, видишь? Mm-hmm. Классно, да? Mm-hmm. Офигенно. Привет! Подожди. Как вас зовут? А, ты еще и знакомишься? Такие селочки у них, да? Молоко кушает. Я вижу. Где? Вон, вон, вон там, своей, слева. Нет. А. Да, снимаю я. Их столько много. Но мне не кажется, что они именно лежат эти вот телят. Они отдыхают. Что, все? Да. И защищают, да? Валяется, да? Вон, смотри. Вон, вижу. В основном маленькие. Устали ходить, да? Но... Да. Жарко им, отдыхают. А вон у них этот... Все валяются, да, маленькие? Ну, а взрослые рядом такие, там но... стоят, особенно... А что они там приближаться землю... лучше не надо, а то да. Могут это... Ага. Легнуть. Ну все, ага. Ну или могут... Так что, мы поехали! Мы
или в окно залез? Да. Там, походу, соляные шахты. Это все соль. Или какой-нибудь известняк. Такая, как пыль стоит. Ну, сейчас мы там поближе, кстати, проедем, посмотрим, что это такое. Смотрится красиво, да, так прям? Как будто пустыня какая-то. Смотри, здесь какие деревья маленькие посажены. Белая и Красная гора. Интересно, что это? Похоже вообще на соль, конечно. А для меня похоже? Ну, это, наверное, какой-нибудь известняк. Да, вот на поездах привозят, видишь? А, это вот так гонишь? Заполняют на поезда, да? Сейчас потише поеду, посмотрите. Щебенка. Просто плохо видно издалека. Мне кажется, это просто насыпано что-то. Это щебень, Нифига. Издалека на соль похоже. А в действительности это щебенка. Разных видов, да? Ну. Ну, круто, конечно, выглядит. Большая машина кажется маленькой. А это большая считается? Конечно, это огромная. Там, наверное, где-то добыча ведется. Вау. А там что? Там из труб выходит пар. Столько всего интересного, да? Все, мы доехали до санатория. Вот я. Ребята, в общем, мы ехали 4 часа. Мне кажется, это даже было больше. Так что... Вот наша машина, мы припарковались. Или еще нет? Ну, попозже. Да? Че, рада, что мы наконец-то приехали, да? Так, пошлите. Тут я люблю с концами такими ступеньки. Да? Где моя Раиса? Папа, а дядя Раиса где будет сейчас находиться? Он, сказали, уже на мероприятии где-то. А? Мероприятие. Уже где-то участвует. По теме кочевников проходит. Ага. Ладно. Ну все, сейчас мы этот процесс пройдем и дальше. Да. Смотрим дальше. Ребята, в общем, нам сказали, уходите отсюда, мы вам ничего не дадим. Что надо, да? Да. Все, мы поднимаемся, забираем машину, едем обратно 4 часа назад. Погнали там. Ладно, вот. Нам дали номера. То ли это двух номеров, то ли это просто... А, нет, 212. Один номер. Посмотрим. Да, два ключика. Сейчас с той стороны подъедем. Вот. И покажем. Бассейн. Есть бассейн, это самое. Можно покататься на велосипедах. Можно поездить на велосипедах. Заводи. И сходить в спортзал. И сходить в спортзал, короче. Сейчас будем парковаться. Вот. Мы уезжаем домой, да? Да, все, блин. Чайка. Это фиаско, братан. Что такое фиаско? Ладно, в общем. Сейчас мы поставим машину, все разгрузим, и я вам все покажу. Так что всем смотрим дальше, да? Ну не всем пока, смотрим дальше. Все, короче, ребята, мы припарковались. Сейчас я возьму свои вещи. Так, это мое. Мое? Это мое. Кто застегнуть надо? Да. Все, идеально. Вот не надо говорить, что у меня самая большая сумка. Там не только мое, там еще и ваши вещи. Да. Ага. Смокат, покажи. Это надо тебе? Нет, это я пока в одних. Смокат дай, папа. Шлепки тоже. А, да, вообще лес там.
Сможем. Валя, сможем. Что, самокат сразу возьмем? Да. Или в машине потом? Потом, когда покататься, пойдем на парк. А, в парк. Машину на стоянку не ставят. А, зарядку. Давайте. Все. А куда? Машину же на стоянку покатать. Ребята, тут такой небольшой парк. Так, все. Сейчас будем заселяться. О, кстати, а тут нормально, смотрите. Мини-пляж. Пляжище. Зато самое прикольное то, что можно посмотреть на огромное озеро. Так, у нас пятый корпус. Да. Да, пятый корпус. Все. Ага. Бежите. Надо туда, наверное, пойти, нет? Наверное. А, лифт. Даже с ним какую-то кнопочку нажимаешь. Так, что-то не знаю. Вот. Показывать? Да. Три. Давайте вместе. Два. Нет. Все вместе ждем. Так, все вот это вот. Пошли. Ой, смотри. Длинный лифт такой, да? Нормально. А какой? Второй этаж. А девочка какой? Один какой? Четвертый. Четвертый? Ясно. Вы кого-то только дети втроем. Дети самостоятельно одни гуляют. Нет, поехать нажми, где там соединяется. Ну как бы нажали. Мы застряли, ребята. Второй нажми. А. Нужно посильнее. Посильнее, да. Я мало просто кашу ем. Мы еще не покушали просто. Да. Сейчас пойдем посмотрим, где мы будем покушать. Вот четвертый этаж. Давай. Let's go. Четвертый. Ставим пятый. Погнали. Вот же сейчас сказали, нет? Это выход. Это... Какой там он? Вот. 200. Иду. Так, ищем наш... Какой? 212? 200. 12 вроде бы. 222 или 12? 12. А вот тогда слева или справа? Да. 13, вот 13. 12, там. Сейчас. 12 номер. А где 12? Здесь 11. 11, 13. Не понял. 12 номер исчез. Посмотри точно, какой. Ну, 12. Прикиньте, тут идешь. Нет, тут 12 номера. Вы что, нам... 209. Я же говорю... 211. Покажи номера. Вот, 211. По идее, 212 должен быть. Тут 8, 10. Ну, ладно, пошли. А может? Да, он с этой. С этой стороны будет. 17, 19. Вот с этой. Вот 12. Мы просто, наверное, цифры перепутали. Нет, просто такое. Да? Положение. Да. Может, специально так задумал? О-о-о! Так, погоди, я быстренько покажу. Давай, побегись. А где спать кто будет? Так, учусь, я у бабушки, походу. Тут такая простынь. Кто-то на диване?
тут на диване. Я на... Туда на диване спит. На диван... Надо, конечно, попросить номерочек побольше, да? Ну да, что-то такое. Тут сделали один, почему-то много. Зато балкон, смотрите, какой классный. Большой, да? Балкон. Не у папы только. Все красиво, кстати. Вау! Ничего себе! Балкончик! А что, на вид классно посмотреть. Смотри, тут скамейки. Что ты снимаешь? Я как бегаю. Снимай конкретно вещи, а не потолки. Вот потолок. Давай я тебя сниму. Вот и Эдвин. Да. Все идет, ходит, снимает, снимает. Теперь ты в кадре. Да, теперь я в кадре. А что мне говорить? У Эдвина есть две сумки, тапочки. Все. И да. Кепочка 13. Сейчас, знаете, как надо просыпаться? Берешь в блок себе тапочку, и не просыпаешься. Короче, нормальный такой видок. Да, только мы почему-то тут в обуви. Ну ладно, это же гостиница, мелочка. Потом чистится, но очень пылесосно. Да, тут у нас холодильник есть, ванна. Где тут включается ванну? Вот. О, какой море, да? Смотри, какой у нас пришли. Джакузи. С тазом. Ну, таз, да, это... Мало ли тут кто-нибудь заселяется. Бабушка какая-нибудь. Постирать хочет. Что-то постирать там, я не знаю. Не, ну сюда же не на 2-3 дня, как мы там, да, приезжают люди. Ну, лучше пускай будет тазик, да, чем его не будет. Потому что, когда что-то надо, блин, вот когда нету, обломно. Лучше лишнее, чем не хватает. Ну, и шкафчики тут. Да. Для санатория вообще нормально. Конечно, нормально. Тут фишка разные... санатория даже не в номерах. Лечиться, на улице гулять, купаться. Тут грязевые разные обертывания. Сейчас мы посмотрим, что там есть. Ой, какие. Иди скорее. Все, если так что... здесь твой черт, то выживаешь, он свистит. Все, телек есть, кровати есть. Короче, самое важное. Свет есть. Кровать, телек, я. И все. И все, да, и все. И вся наша семья. Все, смотрите дальше. Ребята, заказал себе шашлык с курицей. Ой, с курицей, говорю, с картошкой. Лук. Хлеб есть. Лавашек. Кетчуп. И этот, морковка. У папы тоже самое. И он там кашку ест. А мама рыбу заказала, да? Че, давайте попробуем. Ой, я думаю, делал бы шампура, что-то белка есть. Да, там шампур, бери шампур. Или руками, если кто белка ест. Угу. Так мне набирает мясо. Угу. Горячий. Будешь мясо? Нет. Не хочешь? Спасибо. У тебя камера не снимает. Снимать? Mm-mm. А тут ничего не показывает. Темно. Вкусно. Мам, с водкой? Эдвин. Острый. Ага. Фух. Ну,
Всем привет, с вами Эдвин, и вы на канале Мысли о Геймисе. Уже второй день, и мы приехали на игры кочевников. Вот. Здесь огромнейшее поле. Не думайте, что здесь будет проводиться. На самом деле, вот там это сейчас проводятся игры. Сейчас мы как раз туда идем. Вот. Думаю, будет... Даже не думаю, там по-любому интересно будет посмотреть на лошадей, как они там соревнуются. Вот. Ну, давай, давай, там уже кричат. Сейчас посмотрим, что там есть. Пока что мы идем. Хорошо-то как на горе быть. Там уже свистят, кричат. Ну. Быстрее, быстрее, камон, камон. Там мясо! Тут еще по какашкам лишь бы не ходить. А то еще что-нибудь произойдет. Ладно, давайте я вам просто покажу. А вон, смотри, спортсмены. На лошадях здесь. Идем поближе. Да, пошли. Отдай здесь Миланочку. Эдвин, отойди чуть-чуть Милану посмотри. Да? Вот так, да. Ща будет мясо. Шучу. Это шутка. А что они делают? Мам, что они делают? Мам. Там, наверное, что-то надо взять и забросить. Вот где как кольца. Шины. Вон, видишь, он вниз на лошади нагибается, берет. Ага. Ребята, сейчас я иду на красную штуку. Там надо держать равновесие. На бревно, да? На бревно, да. Если упадешь, то ты упадешь на эту красную. Мам, подержи камеру, она снимает. Давай. Давай, Эдвин. Покажи, как надо, Эдвин.
Адриан. Аккуратно, Эдвин, аккуратно. Все, спрыгивай. Че? Милан, пойдешь? Я боюсь. Боишься? Это так легко. А дай тебе папу сдержим. На изи. Это так легко вообще вот на этой штуке. Давай, Милан. Опа. Погнали дальше. Ух. Хорошо здесь. Огромный лес, гора вон, горы точнее, правильно. Вот. Сейчас я вам все покажу. Так, смотрим, что здесь вообще продают-то. Сапожки. Заколки. О, смотрите. Да, сейчас я вам... Ага. Да. Привет. Ты что, меня видишь? Да, да. Ты что, меня видишь? Ты где? Прикольные, да? Штуки. Да, да, да. Ну. Да, стекло все. А это здесь делаете, что ли? В Магнитогорске. Там у нас мастерская своя собственная. А, красиво. Классно. Оль! О, можно вот это вот? Пап. Это женское. А, женское? Да. А, это все женское? Ну да. Блин! В основном верхний ряд. А, верхний? Ну что, прикольно? Миланочки, ну, не хочешь какой-нибудь штуку? Маленькие ворошечки вот есть. Ромбазы, они каждую неделю. Она очень долго сухая. И вот каждый элемент, чтобы не смазать, он у меня вот так. Итак, отстояла первая группа. Первой группе представители УФР. Там пока погуляем тогда. Да, пошлите. Это что, стандартная фигня? Тут бабушка в башкирской одежде стоит. С шурком. Может, шурки люди кушают, а я стою на это смотрю. Я шашлык буду. Вот же.
А что ты хочешь? Там он рис плотный. А, не, так у него. Плов? Будешь? Плов можно будет делать? Да, конечно. Папа, а можно будет шашлык? Я шашлык буду. Ну давай, да. Один плов, один шашлык. Да. Что, вот это возьмем тогда вот? Да, давай возьмем. Можно вот эти? Женя, два шашлыка. Да, конечно. Да, можно. Да, ты морковку будешь? Нет. Все. Так, может, ты будешь такой, Эдвин? Что, я не буду. Ладно, давайте. И это. Можно сдвинуть его? Можно еще тогда, без этого? Да, сейчас. И попить чего-нибудь. Папа? Пап, сок какой-нибудь запить? Ага. Вилки, ложки, берите что-нибудь. Можно? Так. Лодочку вот так? Или что будет? Вот я еще возьму. И к вашим еще вам. Один? Да. И, еще один сок. Два сока, да? Да. Ага. Нет, пусть останется с чеком, с ценой. А. Да? Ну, сок попил. Хорошо. Какой сок? Засесть. Давайте вон там сядьте, Эдвин. Вон там. Где там? Вон, вон. Иди. Иди, я принесу. Иди. Ой, еще шиши. Эй, на чем ты что хочешь будешь? Я сейчас папе возьму и помогу. Спасибо. Эй, бери. Упорно снимай, снимай. Ага. Да. Вот. Все. Еще два сока возьмем потом. Нет, это мне. Иди ты садись, Эдвин, так попусти. Там стреляют из лука, можно посмотреть. Давайте посмотрим. Там стоят лучники. А надо вон туда стрелять. Да? О, да. Мужчины, женщины. Бабушки тоже. В национальных костюмах. А можно самим вон там это попробовать пострелять? Да, он может, кстати, да. Сейчас посмотрим, как они стреляют. А? Это же где какой? Все. Это не телефон. Дамы и господа, первый полуфинал закончен. Рубен Токарев, я руководил Березуй на Таман. И мы сообщаем, что по итогам двух таймов, длительностью по 15 минут, победу в первом полуфинале одержала команда. Дигитал, я не знаю,
Кто-то уже в серединку, я вижу, попал. Стрелять, они летят. Эдвин стоит кидают. Отойди, Эдвин. На той тоже, что ли, он? Ладно, еще когда вот сюда. Чуть подальше, а то отскакивают эти штуки. Аккуратнее, ребенок. Захар, я вас спросил. Посидеть? Еще рублей не надо.
Сначала пугал, да потом начал. В чем фишка? Крутится так, что это нереально вот так. Вот смотри. Но... Понятно. Прокручивает этот. А ты еще этот, как с заскоком, да, так как подпрыгнул. И она прокручивает, и ты хочешь руку перецепить, и слетаешь, получается. Это под такая фишка. Хитрая фишка. И немножко под наклоном, по-моему, стоит, да? Чтобы она крутилась. Или нет? Нет, ты без разницы, как ты стоишь, лишь бы держаться, а там скользишь. А знаешь, что, когда берешься вот так вот, она тебе вот так, а потом ты падаешь. Ребята, в общем, там сейчас продолжаются игры, игры кочевников, но просто мы пошли, потому что у Миланы заболела голова. Сейчас мы пришли на подъемник. Вот на эту гору мы будем сегодня, не будем сегодня сами залезать, а мы будем подниматься на нее. Там есть картинг, его, конечно, сейчас не видно, но там картинг есть, я вам отвечаю. Вот, что я вам скажу насчет игр в кочевников, там весело, вкусный кумыс, крутые вот эти вот штуки, я вам показал, покажу потом в других видео. Вот. В общем, ребята, я, наверное, вам покажу красивый вид, когда... Я, наверное, покажу красивый вид, потому что мы, может быть, и не поднимемся, если Милан не забоится. Вот. Так что смотрим дальше. Все, ребята, мы сели в кабину. Все вчетверо. Всего вышло на 500 рублей. Пап, ты сколько стоишь? Неважно. О, ребята, смотрите! Разгончик пошел! Не бойся, это как лифт. Ты же в лифте не боишься кататься? Нет. Ребята, давайте иди я буду вот так сядь. Ровно. Садись туда. Можно я туда сяду? Садись. А как же снимать его? Вот вот так вот хочу. Пойдем, Мила. Нет. Давай лучше. Давай, я садись на разную. Пойди с нами, иди сюда. Идем, не бойся. Не боюсь. Так я даже встать могу, чего там там страшно. О, проезжает там. Вау, вот посмотрите, это... под ноги вон там сзади. Вон, смотри назад, как высоко. Да. Ну, прям, ага, конечно, высоко. Ну, а что, классно. Я буду себя так снимать, наверное, ускоренное видео. Ну, просто вот. Ну, а что, прикольно так смотрится? Я тоже прикольно смотрюсь. Ну-ка. Эдвин, ну-ка на меня посмотри, я фото сделала. Да, все, ребята, да, мы отправляемся в путешествие. Мы рейнджеры. Что такое рейнджеры? Такие супергерои, типа. Ладно, лучше наслаждайся вот это. Да. Ну ладно, вы не будете наслаждаться, а я буду. Приятного не просмотра. Не, так, такой. А что если... Аккуратно, говорю. Уши глушит. Едем, уши глушит прям очень мощно. А у меня нет. Красный для вот этих гонщиков, да? Но. А у меня не глушит. Не глушит? А у меня глушит. О, смотрите, как красиво с этой стороны. Офигеть, назад. Ой, страшно. Блин, шикарно как. Это вон там наш комплекс. Вот теперь понятно. Смотрите, что? Какие вон холмы, горы, блин. Очуметь. Как красиво. Река прям на всю, да? Ну. Все видно. А вы лучше вперед, смотрите, такое чувство, вот мы в какой-то портал идем. Все, мы вообще в горы подниматься будем. И обратно вниз. Ох, хорошо. Ты что, мои уши снимаешь? Портал. Не страшно. Тебе не страшно, мама? Нет, вроде бы нет. Вот это вот. О, смотрите, какая высота будет. Я вот сюда буду смотреть. Тут очень прикольно. Лучше сядь, а то сейчас тормознет и головой туда долбанешься. Не буду такой этот снаружи такой ку-ку. Но. Класс. Сейчас поднимемся наверх. Ребята, смотрите, сейчас огромная скала, и маме кажется, что мы не влезем. Ты сними
Как будто бы не влетим. Ну как будто. Хотя куда мы должны... Вообще как будто летим. Вот смотрите, а вот очень близко эта скала сейчас находится. Ну мы же влезли. Булыжники, да, здоровые. Ну. У меня такое чувство, как будто... А, уши еще сильнее и сильнее. А что? А посмотрите сзади, как все красиво-то. Вот это да, блин. Вот это Ектыкуль. Вот это красота. Это Башкирия. Очень много красивых мест в Башкирии. А теперь смотри, мы в скалу врежемся. Смотрите, давайте. Это последнее видео от Эдвина. И вот так сделаешь. Это последнее видео от Эдвина. Спасибо большое за то, что вы... Как будто у тебя фон сзади. Это ты разговариваешь, телеведущий, да. С добрым утречком. Да, я нахожусь где-то в скале. И сейчас умру. Вон, смотри, фоткаются на скале люди. Вон. Вижу. Или скалу фоткают. Сейчас мы тоже прогуляемся здесь. Ресторан. А в ресторане. Нам сейчас выходить, выключаем. Ресторан. Не, я хочу, подожди, дай камеру. Держи, да. Ой, блин, я испугался. Я испугался камня, когда возле меня были. Так, сейчас резкий тормоз будет. Тормоз! Сейчас будем проходить. Так, все, сейчас эти двери откроются. А, в ресторан. Ух. Все, выпрыгиваем. Давай. Я вышел. Выпрыгивай. Вот в такой-то кабинке мы были. Запомните, эта кабинка специально от Эдвина. Все, погнали, в ресторан. Посмотрим хотя бы, что там. Зачем ресторан? Смотри, какие виды. А, точно. Ветер тут, конечно, огромный. А здесь мотоциклисты. Сильные, они огромные. Ну, сильные, да. О, Башкортостан. Вот это да. Это Башкирия, конечно. Башкирия рулит. Смотрите, передо мной огромная скала. Смотрите, как красиво. Сейчас я вам скалу покажу. Не знаю зачем, просто хочу. Илюша тут даже написано. Илюша. Такая скала огромная. И огромный вид. Кстати, тут ветер прям очень сильный. Какие-то трубы валяются. Пошли! У-ху-ху! Ничего себе! Да. Подержи вот. Сейчас, секунду. Все, сейчас я вам покажу красивый вид. Красивые виды. Виды. Сейчас будет плавный поворот, смотрите. Хорошо-то как. Это у кого? Лыжный склон. А? Лыжники, трасса вниз идет. Или скейтбордисты. Вон ресторанчик, спорный учебник. Зайдем посмотрим, что там есть. Можно улицу покушать или попить. Вот, смотрите. Деревья классные, да, вот эти? Только смотри, леса, вообще территория. Кто? Ты сможешь, Эдвин, вот так вот пешком? Нет. А кто-то может, когда выживает. Да, есть же вот люди в выживании. Да. Может быть, и сможешь, конечно, кто его знает. Может быть, и стану. Там посмотрим. Пошли. Так красиво. В ресторане, Внизу пофоткаться можно. Ну. Класс вообще. Сейчас тебе, походу, тоже. Застегнуться.
Ребята, в общем, мы пришли в ресторан. Небольшой такой ресторан. Мама с папой заказали по латте, мы с мамой заказали по какао. Вот. Сейчас мы пока что на данный момент блинчики хотим выбрать с чем-то, наверное. Или просто с какао. Вот. На горе, в общем, очень классно стоять. Вот, а пока что, когда какао придет, я вам все покажу. Ребята, все, мы выезжаем из отеля на второй день, да, Леон? Ну, сейчас поедем домой. Будем ждать нашего дяди Гора, да? То смотрим дальше. I'm gonna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Это, в общем, я приехал домой. Я только что проснулся, умылся, покушал. Вот, что я сейчас могу сказать по поводу Яктыкуля? Мне там все понравилось. Я там попробовал кумыс, был на игры кочевников. Вот. Но еще я купил вот такой вот башкирский инструмент. Знаете, что я могу сейчас сказать? В Яктыкуле все бабули. Это правда. Еще могу сказать. Мы поднялись на огромную гору. Было очень красиво. Я видел озеро, видел красоту, очень красивую красоту. Вот так вот я скажу. Подписываемся на мой канал, ставим лайки и пишем в комментариях, кто был в Яктыкуле. Или даже кто-то живет в Яктыкуле. Пишите в комментах. Так что всем пока.